der liv, hvad har jeg så en bil, der har brugt til sådan den der? Det er en musik, hvad er det? Наш ряд мегамашин – дорожный зверь, безропотно делающий свою работу, и которому ничего больше не надо, а только уложить кусок дорожного асфальта. Это асфальтоукладчик Wirtgen WR-2500. Высота – 4 метра. Длина – 8 метров. $84 000 или 42 тонны. 4 метра в высоту. Занимающий на асфальте 2 метра 80 сантиметров в высоту и 8 метров в длину. Wirtgen WR-2500 – это самый большой асфальтоукладчик в мире. Эта машина сама может измельчать, перемалывать и вырезать 14 метров асфальта в минуту. Но WR-2500 не только ломает дорогу. О нет. Это чудовище еще и укладывает новое дорожное покрытие. Нормальный традиционный способ обновления покрытия подразумевает снятие старого покрытия, которое уже износилось, погрузка его и вывоз с места. На это понадобилось бы много грузовиков. Потом нужно привезти новый материал, гравий, асфальт. Так что если бы можно было переработать уже уложенные материалы, это бы сократило расходы. То, что мы делаем сегодня, наверное, в два раза дешевле обычного способа укладки дорожного покрытия. Да? Это убирающая и укладывающая машина – часть группы из трех машин, которые несут в себе все необходимое для укладки нового дорожного покрытия. Эта машина не просто снимает 15 сантиметров асфальта. Она еще толкает 20-тонный грузовик с маслом и тянет в гору такой же грузовик с водой. В первом грузовике перед машиной содержится масло. Настоящее асфальтовое масло. При температуре 176 градусов Цельсия. Второй машиной является сам WR-2500. И мы тянем цистерну с водой. Она добавляется в смесь, чтобы облегчить закатку. Процесс снятия старого асфальта заключается в разложении его на изначальные составляющие, чтобы мы могли их смешать с другими типами масла или цемента и вернуть дороге эксплуатационные возможности. Сейчас вы смотрите на наружную часть смесительного барабана. Это смесительная камера. Вот эта серая емкость здесь содержит все материалы, которые были измельчены. Это сам барабан. Его ширина 3 метра, 1,5 метра диаметр, вес около 6 тонн. Это один из резцов с карбидовым наконечником. Таких на барабане около 250 штук. Именно они и изнашиваются, потому что они вгрызаются в асфальт и разделывают его на кусочки. Каждый из них проходит сквозь асфальт около 3 раз в секунду. Рут Ди Йонг, оператор этой машины и по совместительству механик. Это его работа.
обеспечить, чтобы WR-2500 резал дорогу. Больше всего в этой штуке мне нравится то, что она отличается от других. Все, что в ней делаешь, отличается от других работ. Нужно обращать внимание на многие мелочи, иначе все пойдет не так. Ты должен убедиться, что все стыки в порядке, что давление поддерживается на нужном уровне, что глубина поддерживается правильная, что вода смешивается, что все идет хорошо. Рут также должен следить и за своими коллегами. Если туда попадет хоть кусочек вашей одежды, измельчитель разорвет вас на части. Он вращается с очень большой скоростью, от 98 до 195 оборотов в минуту. Очень быстро вращается. Если он схватит вас, то он вас разделает так же, как он камни разделывает. Но под зорким надзором Руда укладчик делает свою работу и позволяет поработать еще одной мегамашине. После того, как измельчитель сделал свою работу, он оставляет за собой смешанный материал, который нужно утрамбовать, чтобы удалить из него воздушные пустоты и спрессовать вместе находящиеся в земле компоненты. Поэтому мы используем катки, чтобы сделать дорогу пригодной для передвижения автомашин. Этот каток вибрирующий. Вибрирующий каток уплотняет материал, начиная с низа, в отличие от обычного, который просто сдавливает его сверху. Он встряхивает весь материал до самого низа, и так его уплотняет. Тандемный каток имеет пару катков, и он предназначен для того, чтобы сгладить швы и неровности, оставленные первым катком. Эта машина весит почти 16 тонн. С вибраторами на обоих катках эффективный вес этой машины утраивается. Общая масса 40 тонн. Вес полностью загруженного грузовика. На самом деле давление, создаваемое этим двойным катком HEM-ASD-120, настолько велико, что он может превратить арбуз в мокрое пятно. Размельчить красные кирпичи, расплющить банки с лимонадом в жестяной лист и превратить в порошок дорожную плитку. После того, как HD-120 заканчивает свою работу, вы получаете дорогу на 99% готовую к эксплуатации. А асфальтоукладчик WR-2500 готов вонзить свои зубы в очередной участок дороги. Асфальтоукладчик Wirtgen WR-2500 — это мегамашина, потому что это самый большой асфальтоукладчик, который только можно достать. Это мощь.